Всем доброго времени суток, с вами HardFM и маленькое объявление о небольшой, но очень красивой игре. Возможно, вы когда-нибудь слышали название «Бастион» от Supergiant Games. Если нет, то зря, потому что вы очень много пропустили. Игра действительно очень красивая, она потрясает и историей, и графикой, но основная изюминка игры в музыке, потому что музыку пишет для нее композитор Даррен Корп. И все его треки, они наполнены чем-то уникальным. И это по достоинству можно назвать душой. А между прочим, совсем скоро, а именно 20 мая, разработчики Supergiant Games выпустят новую игру под названием Transistor. Transistor очень похожа на Бастион, вернее будет. Во-первых, потому что тот же самый композитор, Даррен Корп. И, соответственно, та же самая музыка, которая будет навевать приятные воспоминания тем, кто играл в Бастион. Так или иначе, помимо музыки, есть еще много приятных моментов. В первую очередь то, как преподносится история. Начнем с того, что главный персонаж игры — женщина. И у нее нет голоса. То ли у нее всегда не было голоса, то ли у нее этот голос забрали. Но факт в том, что с ней, с нами и с окружающим миром будет разговаривать меч. Тот самый меч, который будет нам также преподносить историю. Ну, а помимо всего прочего, есть еще и графика, которая со времен Бастиона только улучшилась и стала даже еще сильнее приукрашать общие, скажем так, впечатления от игры. Между прочим, игра не лишена RPG-моментов и, как я понял, time action, то есть можно поставить время на паузу, распланировать курс действий и дальше начать убивать. Собственно, такой же элемент можно было встретить в одной из игр серии Final Fantasy. Но это уже совсем другая история. Кстати говоря, для заинтересованных в описании к видео, а также в комментариях, будет ссылка на некомментированное прохождение одного из уровней игры, кажется, с какого-то игрового фестиваля. В завершении этого небольшого подкаста хочу сказать, что начиная с 20 мая на канале можно будет найти прохождение игры Transistor, а уже с 25 прохождение игры Watch Dogs, возможно даже в кооперативе. Всем доброго времени суток, с вами был HardFM.